сидим без зарплаты, сидим без комплектующих, промышленность вся разваливается, вот, и никому дела нет никакого. Поэтому, значит, у нас вот в коллективе все разговоры идут, чтобы не голосовать за те блоки, куда входят члены правительства. Какая бы реклама со стороны блока Черномырдина не была, значит, я думаю, что северодвинцы за наш Дом России голосовать не будут однозначно. Thank you.